Приветствую вас, и, условно говоря, ваша ситуация, она осложняется тем, что, судя по тому, что вы пишете, у вас нет, точнее, вам не хватает уверенности вот внешней, это внутренней уверенности, вам не хватает внутренней уверенности своей себе. И вам не хватает внешней уверенности. То есть вот эта вот позиция, да, позиция, что с одной стороны у вас внутри нет уверенности, с другой стороны у вас нет уверенности снаружи, то есть вас вот, ну, что-то сбивает. Вот мне кажется, в этом заключается суть проблемы. И, наверное, правильно будет поисследовать то, что вас уверенности лишает. Правильнее будет, наверное, поисследовать то, почему у вас этой уверенности в себе нет. То есть не брать ее из ниоткуда, а смотреть, что сбивает вас с нее. Что сбивает вашу уверенность, что у вас ее отнимает. Вот. С другой стороны, уверенность возникает от ценности человека. От ценности и, ну, условно говоря, наверное, одно по точности чувств, если можно так выразиться. То есть речь идет в буквальном смысле о однопоточности чувств, когда все чувства и эмоции человека идут примерно вот в одном ключе. Ну, в вашем случае очевидно, что ситуация складывается не совсем так. В вашем случае очевидно, что ситуация складывается так, что чувства вас в разные стороны абсолютно тянут. И из-за этого вы, по-видимому, не совсем понимаете и чувствуете, что для вас важно, куда вы хотели бы двигаться, да, в каком направлении вы хотели бы двигаться и так далее. То есть, условно говоря, вас достаточно легко сбить в этом смысле, потому что есть противоречие. У вас есть противоречие. Ну вот, тонкость заключается в том, чтобы противоречия найти. Тонкость заключается в том, чтобы противоречия выявить, только заключается в том, чтобы противоречия поисследовать. Тонкость заключается именно в этом, на самом деле. И тогда у вас, я полагаю, такой проблемы, какая есть
сейчас попросту не возникнет. Вот. Понимаете, да? То есть, с одной стороны, это история о том, что отнимает у вас уверенность в себе, что забирает уверенность в себе. С другой стороны, это то, что вы не полагаетесь на себя. Дальше, то, что вы вот пишете, сомнения постоянные какие-то, это про это, еще искать подвох всегда во всем. Это про то, что вы не чувствуете себя в безопасности, я так полагаю. Об этом речь. Вы не чувствуете безопасности себя, и поэтому ищете подвох. То, что была хоть какая-то вот опора для вас. Вот. На мой взгляд, ну, можно поработать с безопасностью, вот, поработать с тем, чтобы вы чувствовали себя в безопасности постоянно, все время. Вот, рассмотреть угрозы, которые вы видите в окружающем мире, людях и так далее. Вот, все это, в принципе, можно сделать, все это реально, все это возможно, если вы, ну, если вы хотите этого, вот, если вы будете на этом заострять свое, если вы заострите на этом свое внимание сейчас. Вот. Вот примерно так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, да. В заключение хотелось бы порекомендовать вам почитать в интернете. Значит, про психологическую игру «Скандал». Вот психологическая игра. Психологическая игра «Скандал». Это то, на что очень похоже ваше поведение текущее, вот, и, соответственно, там же вы прочитаете по поводу того, почему и как человек в эту игру вступает, попадает и так далее. То есть обратите, пожалуйста, на это свое внимание, в том числе. Вот на этом все. Я вам желаю удачи, всего доброго, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам еще раз хочу пожелать удачи. Всего доброго.